Президент акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов посетил столицу республики с рабочим визитом. Сегодня совместно с главой республики Егором Борисовым они побывали на площадке строящегося реабилитационного центра, возводимого на средства компании, а также в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Подробнее расскажет Юлия Великодная. В Якутске глава республики Егор Борисов и новый президент акционерной компании «Алроса» Сергей Иванов обсудили планы работы. Налоговые поступления, местные кадры, геологоразведка – все останется прежним. На встрече стороны рассмотрели вопросы развития как компании в целом, так и республики. Перемен стоит ожидать в кадрах топ-менеджмента «Алроса». Жизнь идет, меняется стратегия компании, меняется видение. Здесь с Егором Афанасьевичем у нас видение по стратегии дальнейшего развития компании абсолютно совпадает. Ну и там, в любых крупных российских компаниях, так или иначе, ну, кто-то устает, кто-то где-то нужна свежая кровь, поэтому ну, определенные изменения будут. Но, естественно, мы все кадровые решения будем согласовывать с республикой. На вопрос журналистов о судьбе 10% акций «Алроса Нюрба» Сергей Иванов сообщил, что решение примут, исходя из взаимных интересов компании и акционеров. Сергей Сергеевич, в принципе, уже понимает те или иные задачи и цели, которые стоят перед компанией. Он понимает роль компании по отношению к нашей Якутии. Поэтому сегодня мы обсудили те или иные уже проблемы, которые есть и в самой компании, в республике. И думаю, что разговор состоялся очень конструктивный, деловой и с конкретными договоренностями, с конкретными предложениями. И думаю, что дальше будем двигаться по тому же руслу. Сегодня глава Якутии Егор Борисов и президент компании «Алроса» Сергей Иванов побывали на площадке строящегося республиканского детского реабилитационного центра. Новое здание возводят на средства компании и в эксплуатацию его планируют ввести в декабре этого года. Кроме этого, Сергей Иванов побывал в действующем реабилитационном центре для несовершеннолетних в Мархе и обещал помочь. У меня такое хорошее очень впечатление, уверенное, что в Якутии эти вопросы находятся на контроле, на должном уровне. И, безусловно, есть ряд проблем, но очень приятно, что над ними работают. Ну и мы, как социально ответственная, социально ориентированная компания, вы знаете, что много средств вкладываем в поддержку тоже социальных объектов. Ну и намерены дальше эту политику продолжать. Также сегодня состоялась встреча с активом компании «Алмазы Анабара» и «Нижнеленская». 4 апреля вместе с Егором Борисовым Сергей Иванов посетит Мирнинский район, где побывает на производственных объектах компании и встретится с коллективом. 7 апреля в Мирном состоится хозактив «Алроса». Юлия Великодная, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.